Он, это считается первая береговая, прямо в самом центре. И как раз вот возле лотоса находится, то есть это самый-самый-самый центр. Казино даже что-то. Так, что у нас тут? Здесь у нас... А, здесь у нас основной ресторан, похоже. Сейчас все еще завтракают. Турагенты ранние птички. У нас завтрак. И вот сейчас я вам как раз еще раз покажу лотос. Здесь хорошо его видно, никто не мешает. Вот он, лотос, это самый-самый центр. Он считается точкой отсчета. Ну, кстати, вот уже ресепшн такой немножко потрепанненький. Такие же диванчики скроватые. Ну, сейчас посмотрим номерной фонд. Делюкс? Да. Номер делюкс. Кстати, отель построен в 96-м году. В 2015-м проводили реновацию. Да. Подождите, девушки, чайчик. Балкончик. Балкончик, конечно, такой чисто номинальный, но вы знаете, он есть. Это уже очень приятно. И видно море. Классно. И вот весь начальник. Единственное, что, конечно, вот здесь вот строечка обращает вид. Ну, можно на нее просто не смотреть, а смотреть в бок. Что у нас по ванной? Что у нас по ванной? По ванной у нас, в принципе, все тоже хорошо. Но, знаете, я думала, что он будет такой же затасканный. Но немножко ковролин в коридоре, да? Блин, почему шторки не вешают? Это ж плохо, что шторки нету. Все мокрое. Но так, в принципе, вы знаете, очень даже достойно, хорошо. Привет. О, какой вид, божечки. Прямо на лотос, на центр. Все номера в этом отеле с балконами, и все имеют вид на море. Но это же круто, при том, что да, номерной фонд немножко, ну, был чуть-чуть уставший, но если он по деньгам стоит не так дорого, то он подкупает месторасположением и, в принципе, своей концепцией. Планируете путешествие? Обращайтесь к нам. Наши менеджеры помогут организовать отдых вашей мечты. Звоните нам по телефону, указанному на экране, или контакты, которые будут в описании под видео. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. А с вами была Лера. Пока-пока! Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.